там кто-то, но не я. Снова ты вскрываешь. Очередной ПВП. Так мы играем. То пройдет этого паренька было. Веселые парни, бомбящие попадаются. Но это забеем. Вот этот бой тоже такой отыграл на маленькой карте. Враг ворот. Иранец. Конфедерат. Сначала хотел сыграть с Зевсом молотом и гренами. Потом увидел, что у нее первый штаб. Понял, что я в развитии намного опережаю. И решил на третьем штабе заражить его. Как бы. Там было очень много пехов. Наверное, около 20 легких пехотинцев. Для этого я создал крепость, что когда я буду застраивать бункера, то крепость у меня будет оборонять бункера мои, которые не построились от пехов. Как бы это предсказуемо. Вот видите, целая куча пехов. И как бы крепость спасает. Тут молотки и такое, короче. Все, крепость убивает около 10, даже 15 пехов. Бункера делает все остальное. Стеночки парень подстраивает. Молоточки, все дела. Убил крепость. Он молота отводит куда-то. Я понял, что он будет с другого фланга просто нападать. То есть гренов начал производить. И под голдой, понятно, тут ракетными установками все убил. Но в этом нет смысла. Нет смысла голдить тут. Ну все. Тут пехи просто пробиваю. Сношу стенку, чтобы СД поставить. Тут его молотки заезжают. Там три молота, они ничего не сделают. Вот мой баланс 2-0. Но конфе. Неожиданный раш от конфы с зданиями. Очень сложно отбить. Собра еще не знаю, но... Конфа конфу не переваривает. А так в целом ничего интересного. Голду я врубаю только против жестких парней. Или жестких, или которых я знаю, или не знаю их, но... У них большие ранги. Типа я могу против 16-го, 15-го одну голд разведку взять.
Остальное все синьки, мне этой разведки хватит на все остальное. Так, это этот парень, который бомбил. Чекайте. Я ему написал, играл турниры, типа я нормально написал, что 0 из 0, а типа сыграй туры, потому что типа у надо, дядя. Он плохие слова начал писать, я такой думаю, ну сука. Новая мапа. Тут реально 40 дорог. Их вроде не 40. Но немало. Разведываем второй уровень штаба, снайпера, броники, и этот человек мне писал.